Стратегия для бинарных опционов Spider основана на стрелочных сигналах и трендовых линиях. Она настолько простая, что позволяет начать торговлю сразу после установки ее индикаторов в терминал MetaTrader 4. Кто не знает, как устанавливать и настраивать стратегии и индикаторы в MetaTrader 4, ищите ссылки на обучающие материалы в описании к этому видео. Напоминаем, что скачать стратегию в ознакомительных целях можно на нашем сайте по ссылкам в описании. Стратегия Spider работает на базе нескольких индикаторов: Spider индикатор 1, Spider индикатор 2 и Bulls Bears Signal. Spider индикатор 1 рисует на графике стрелочные сигналы вверх или вниз. Они формируются на основе расчетов классического индикатора MACD, где период быстрой скользящей средней 1, а медленной 34. Spider индикатор 2 использует данные индикатора ADX и рисует сигналы для входа в рынок зелеными либо красными точками. Эти точки подтверждают сигналы индикатора Spider индикатор 1, но на графике они могут появляться и отдельно. Индикатор Bulls Bears Signal проводит наклонные линии по максимумам и минимумам для определения наличия тренда на графике. Направление линии вниз означает медвежий тренд, направление линии вверх – бычий тренд. Пробитие ценой трендовой линии вверх или вниз может быть признаком окончания движения и разворота тренда. Bulls Bears Signal – это самодостаточный индикатор для анализа рынка, поиска точки входа и открытия безопасной сделки в сторону основного движения цены. И он может быть полезен не только в этой стратегии, но и в любой другой, которую вы используете в торговле бинарными опционами. Мы рекомендуем ознакомиться с этим индикатором отдельно в статье-обзоре на нашем сайте. Ищите ссылки в описании под видео. Правила торговли по стратегии для бинарных опционов Spider. Стратегия работает на пересечении сигналов для разных индикаторов Spider. Для открытия сделки нужно дождаться одновременного их сигнала на одной свече. Вот так это выглядит на графике. Наклонные линии индикатора Bulls Bears Signal покажут направление тренда и сторону для открытия сделки с наименьшим риском. И если цена находится выше трендовой линии, на рынке преобладает бычий тренд и появляются сигналы для покупки опционов Call. Когда же цена опускается ниже трендовой линии, на рынке доминирует медвежий тренд и появляются сигналы для покупки опционов Put. И для покупки опциона Call нужно, чтобы первое – цена находится выше наклонной линии. Второе. Сигналы индикаторов Spider индикатор 1 и Spider индикатор 2 появились на одной свече. А для покупки опциона Put рекомендуется следующее правило. Первое. Цена находится ниже наклонной линии. Второе. Сигналы индикаторов Spider индикатор 1 и Spider индикатор 2 появились на одной свече. Открытие сделки совершается исключительно в сторону основного движения цены, тренда. Без четкого направления трендовой линии сделки открывать не стоит. Это самое главное правило торговой стратегии, которое нарушать нельзя. Важно также, чтобы экспирация не превышала 1 минуты. Таймфреймы выбираем соответствующие, не старше 1-минутного. Для новичков будет очень полезным на нашем сайте ознакомиться со статьями, что такое тренд и флэт, какие бывают фазы тренда и как их использовать в торговле бинарными опционами. Эти материалы ищите на сайте в разделе «Обучение» по ссылкам в описании к этому видео. Заключение. Стратегия Spider – одна из немногочисленных систем, которые позволяют начать торговать бинарными опционами сразу после установки в MetaTrader 4. Тем не менее, соблюдение правил мани-менеджмента и риск-менеджмента здесь обязательно, как и при использовании любой другой стратегии или индикатора в торговле бинарными опционами. Интересные ссылки на статьи по этому поводу ищите в описании под видео. Мы настоятельно рекомендуем тестировать работу индикатора самостоятельно и экспериментировать с правилами торговли исключительно на демо-счету, прежде чем использовать его на реальные деньги. А если вы еще не определились с площадкой для таких экспериментов, найти подходящую вам поможет наш рейтинг брокеров бинарных опционов. Ссылку на рейтинг ищите в описании под этим видео.
Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новое интересное и полезное видео для трейдеров из сферы торговли бинарными опционами. Спасибо вам за внимание, успешной торговли!